Game on! Всем привет, друзья, с вами ММА. Сегодня у нас будет возвращение в ранговый бой, потому что скоро сезончик заканчивается, надо бы добить и забрать последнюю Сигма награду. Очень надеюсь на скин, я не знаю. Ладно, спасибо большое, вот эти ранговые награды, да, за этот сезон дали мне два скинчика. Это на, ну, конечно же, легендарный на Честера. Правда, блин, по редкости сейчас. Вот он. Это очень крутой скинчик. И еще мне выпал на... А какая она сейчас по редкости? Мэйси. Хрома нету, уже так неудобно. И вот этот скинчик. Спасибо за эти два, базара нет. Но очень хотелось бы найти скин именно Сигмы. Сигма дроп. Почему я выбил там пару дефолтных, которые по алгоритму идут? Это Барли, это токсичный прима. На новых аккаунтах то же самое падает. Вот это все мне выпало, либо уже было. Все, дальше скины не сыпят. Вы типа три скина туда добавили или что? Перед началом обязательно закидывайте по лайкосику и важный моментик. Если хотите поучаствовать и получить в моем конкурсе Лили от меня бесплатно, если победить, конечно, то залетайте по ссылочке в описании прямо. Прям сразу на конкурс ссылочку оставляем. Там пишет, что 0 участников, но на самом деле их там уже очень много, просто отображается чуть неверно. И если вдруг что-то захотите купить в магазинчике, но не знаете, где это сделать качественно, быстро, надежно, то обязательно залетайте к нам. У нас много игр, добавили даже новый Squad Busters, потому что Squad Busters скоро выходит еще и в Global Release, так что тоже ее покатаем. Ну, в общем, все важное рассказал, показал. Теперь давайте мы с вами отправляемся в каточку. Кстати, было бы прикольно какого-нибудь Брока с гиперзарядом взять, если подходящий режим будет. И как раз нам закидывает режим без оглушения, это офигенно, но есть проблемка, что у меня нету гира на щит. А без щита тебя Мэнди с двух ты, по-моему, убивает, если не ошибаюсь, так что взял прыжочек, надо быть очень осторожным, накопить ульту. Но, в принципе, прыжок от Эдгара с ником Спраут на любого из... Ну, Карл может свалить, а любые два типа сразу падают, так что... На, спик хорош. Game on. 4800, блин, это две тыки от Мэнди. Стоп, а где он заряженный взял? А, у меня же взял. Хотя добивание тоже неплохо сработало бы. Найс, подловил. Я думал вперед выйдет, но тогда бы, наверное, его Эдгар смог бы добить. Не, фризит игра. Не понимаю, чем занимать тех перерывы, но явно странные вещи происходят. Окей, одна тычка до... до вот эту оранжевую... Ой, оранжевую фиолетовую. Я, кстати, в него сейчас стрелял, потому что показывал тычку, а не потому что в него стрелял. Блин, вот эта морда, которая лежит, когда горит огонек, это просто жесть. Блин, чел никуда пошел. А чё по урону? По 500 бьет? По 500 урон, что ли? Чё за бред, блядь? Ой, извините. Но это было... Искренне, вот за мной просто реально хрень какая-то. Моему, так сказать, возмущению нет предела. Крайне взволнован тем, что такой урон маленький. Окей, одну мы выиграли, надо бы еще одну. Но Эдгар не на тех залетает. Пчела, Мэнди, это фрикил, бро, для тебя. Зачем ты на Карла прыгаешь, который тебя еще добить может? Он может и свалить, и еще добить тебя. Я такой вдарил в нее эту под гиперзарядом ульту, прямо под нее. И просто ноль урона. Блин, по кадрам лагает игра.
Охренеть! Что у меня в команде играет, пацаны? Зачем вы так играете? Кстати. Блин, на Эдгаре, конечно, офигенно, брат, ты играешь. Я вот прям хочу так же сказать, как до этой. Я восхищен. Так, он с прошивкой играет, я тебя понял. Ну, логично, заморозка же не нужна. Вот сейчас чуть-чуть плавнее стала игра. Я уже переживаю, просто если меня прибьют, то я не уверен, что мы выиграем. Не то чтобы я такой крутой, но сами понимаете. Хочешь победить? Базар нет, кайф. Блин, это бред на броке так играть без щита. Все, мы сейчас контролим, просто можем просто дотянуть. Да не лезь, не лезь, все нормально. Уф, блин, лагает даже когда прыгаю просто. Я уже боюсь. Я не понимаю. И игра лагает, и... Вот это по кадрам просад, это явно не интернет. Это именно вот в игре так делают. Потому что если я сейчас пойду в пещеру, где нет коннекшена, то там будет, типа, все нормально. А что с подарком? Вам за такую хорошую игру бан. 5 кредитов, офигеть, всегда мечтал о 5. И 15 голдушки, вот это я богаче теперь. Теперь у меня на 15 голды больше. Прикольно, конечно, карта хорошая для рикошета, но чел не увидел модификатор, что тут карта раскрывается и... Ну, в теории надежда у него в команде только на Лу и на Нани, который будет перебивать их. Потому что рикошет, когда карта раскроется, ну, офигевать будет нормально. Если только он со скоростью бегает, и супер круто мочит, и супер круто попадает. Давай я туда пойду. Сейчас по левой стороне откроется. Сейчас. Еще чуть-чуть слева откроется. И еще 2 секундочки, рикошет, и тебе будет весело. Оп, через стеночку видели, как дали, он даже не ожидал. Найс. Окей, гаджет слил. Можно добить его. Так, Рика минус. У него другая старочка. Давайте специально промахнусь. Хотя мог просто не стрелять. Сам себе переиграл. Блин, а вот то, что Лу перебивает Пайпер, вот это плохо. Фиг знает, как это происходит, но бывает. Не, второй раз я так не буду делать, типа специально мимо стреляю. Многие подумают, что не специально. Так задумано было. Но я просто щит потерял. В этом проблема была.
Так, бутербродик мы уже добили, так что осталось добить мастера. Право как-то они жестко дофига собрали. Это сказать, поражен. Смотри, смотри. Не, он уже не хочет через стенку получать. Тайминг, так сказать. Эй, что за лаги? Нет, тычка, видели, через сколько вылетел после того, как я тапнул? Секунда две прошло, как будто целая вечность прошла. Просто пособираем. Все, им придется по-любому как-то разделяться, иначе они никак не законтролируют здесь. Блин, как я его не люблю, гаджет рикошета. Это просто жесть. Ладно, 3%, просто зайдем. Можно вообще на не выгнать. Типа, что он сидит и помогает, и еще и мешает. Найс, Ленчик собрал. Хватит? Пожалуйста, скажи, что хватит. А по-моему, не хватит. Я тебя понял. Один, да? Один! Один! Кубок, трофей или что за ММР, блин? Окей, ради одного. Одного кубка? ММР или как его там. Потеем еще две игры. Ну не то чтобы потеем прям, но играем. Ты кто? Ты кто, воин? А, я понял, что у меня лагает. Как нас пути. Примерно, сейчас если отпустит, посмотрим. Блин, я не знаю, как это произошло, но как-то это произошло. Белый воин Леон идет на охоту. Оп, оп, оп! Пасик, 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 пасик. Какой же ты клон. Просто дай пас забьем. Куда ты летишь? Ладно. Во всяком случае, хотя бы не руйнит катки, хотя бы мы все равно забили. Просто бывают моменты, когда ты можешь не забить, а потом бац, и тебя... Он так ходил, да, странно, что. Нифига от бот носил. Опять ты свои трюки делаешь. Блин, вот сейчас ульту он вообще от души дал. Вовремя. Только минки тут еще. Я сижу просто... На минках сплю и хили. Чисто наелся. И спели. Нифига у них тимворк. И это все ради одного. Одного, одного. Какая же ты крыса, ты еще гаджет нажимаешь свой. Там и так мины, там ничего не видно, так еще и гаджет жмет. Ну, красавчик, конечно, но так не делай больше.
Опять я не могу пройти из этих мин. Ну, просто надо было дальше выдвинуться, чтобы Сэнди гаджетом не усыпил и не забил. В этом трамп. Приходится спешить тираж. Так, вот сейчас он подорвал не очень. Удар не очень, просто в середку, да, и забей. Нет, в угол даешь, который он бежит. Так, окей, ладно, ульту Сэнди пережить. И у меня гиперзарядик почти есть. Давай, оп. Оп. Гиперзарядик. Эй, блин, как же... Ладно. Ладно, нормально пойдет. Ё-моё, если бы очередь забьет, нет? Может, по-моему, может, если куда-то там даст, куда-нибудь. Ну давай. А, я понял. Вот это да! Чарли, Чарли, ты здесь? Хорош. Все, вот этот... Мастерс! Спасибо, Мастерс! За один поинт. Мастерс! А теперь ты мне 100, да, даешь? А чё не 99? Всё, попытка номер 2. Давай, родник. Ссс.